Что такое декрет? Кто-то скажет: пеленки, подгузники, погремушки и никакого развития. Но сейчас это утверждение спорное. Возможностей для молодых мам гораздо больше. Вот, к примеру, Александра Игошина родила дочку, и когда той было 4 месяца, прошла обучение по системе персональных цифровых сертификатов. Изучала диджитал-маркетинг, проще говоря, как продвигать бренд, компанию или продукт. Я по профессии преподаю русский литературу в медицинском колледже, вот, и я знала, что сейчас копирайтинг очень развивается, и мне нужно вообще в любом случае делать потом для себя лендинг-страницу, но я не знала как. И я узнала об этом обучении и с радостью подала заявку и обучилась. В центре «Потенциал» эксперты рассказали, как писать тексты постов и вести страницы в социальных сетях. Обучали 20 дней, после выдали цифровой сертификат. Кстати, вот его аналог в бумажном виде. Для студентов все это бесплатно. К тому же новые навыки помогли получить дополнительный заработок. Александра теперь продвигает личную страницу в Инстаграм и пишет посты для разных компаний. Поскольку у меня ребенок маленький, то есть как бы полностью себя отдать работе я не могу, вот, а там когда она спит или когда там, например, она спокойно играет, я могу себе позволить, ну это около 10-15 тысяч в месяц. Вместе с Александрой обучение прошли 276 человек, и это не только нижегородцы, заявки присылали со всей страны. Примерно 50% было из Нижегородской области, а оставшиеся 50% поделились между 43 регионами страны. То есть у нас был и Дальний Восток, и центральная часть, и Москва, но самыми активными слушателями были женщины. То есть порядка 75% слушателей – это были женщины, девушки. Центр «Потенциал» – одна из 5 нижегородских организаций образования, которые участвовали в проекте. Программы разные – 3D-моделирование, промышленный дизайн, нейротехнологии и другие. Кстати, чтобы преподавать цифровые дисциплины, центры и университеты проходили специальный отбор. Всего же в этом году нижегородские образовательные организации обучили более 1500 россиян. И тот факт, что у нас обучались ученики из 43 регионов, а не только из Нижегородской области, он, в общем-то, говорит о том, что, да, действительно, наш Нижний Новгород и наш регион, он в определенной мере столица информационных технологий в нашей стране в том числе. Проект «Персональный цифровой сертификат» реализуют в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Как отмечает президент Путин, цифровая экономика – это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса и социальной сферы. Елизавета Виноградова, Виталий Кудрявцев. Время новостей.